Mesela. Yoksa pettim bitti bu halteri işte. Что не услышал? Ну, хз, наверное, опять грошики считает, там, денежки. Сейчас ему позвоню, секунду. Ребята, это есть информация, когда выйдет НПС, который вместе с волшебным шмотом? Олимпа не будет, Ёж ничего не писал. Алло, алло. О, привет, Ёж. Да, здрасте. Я что-то этот проебался, если честно. А я тебе звоню, звоню, ты трубки не берешь. Я не беру от незнакомых мальчиков трубочки. А, боишься, правильно. Все, сейчас захожу. А еще что? Можно сон? Побегаем, потому что ничего не пришло. Макс пришел, я тебя суманула. Да, он приходит, я нажимаю принять, и ничего не происходит. Релогнись. Я тутова. Ну, кстати, не прикольно, что поздно выпустят этот контент с Вентом, потому что, блин, сферы. Да, слышно. Юлия. Да, блин, не работает. Макс, подожди, у нас тут пол, ну, полный инст. Ща. А почему вы сломали 4? Что сломали? 4 слом. 5 сломанных. Нормалюга, либо сам, либо мы тебе. Двадцать пятку я могу в ДЦ. Десятку в ДЦ смысла нет.
подожди, Бигварда нету, у него что-то не получается. Сейчас его сделаем. Я каски бафаю. Пан. Запустить. Значит, не садится. Сейчас, подожди, подожди, не нажимай пока что. Да прибудет с тобой свет. Все, по машинам, братцы. А мне куда? А мне куда? Вот я. Сум. Сум пишет. Бегу. Пан, тыкни там, пожалуйста. Макс, прыгай ко мне. Сейчас мы с тобой зарулим. Сейчас я прыгну. А, давай. Сумом что-то не работает, ребята. Я не знаю, почему. Ну... У тебя КД нету? Слушай, я не знаю, я сам его в прошлый раз заходил и все. Не перс остался там в этом инсте. Лёш, если ты так будешь делать, я тебе не буду притаскивать ящики. Окей, ладно. Ты чё, как пьяный водишь? Почему как? Так, пушечный залп. Ой, страшно-то как. Все, что вижу, все бить или те, кто на нас бежит. Все же надо, да, сломать? А чё, а как? Дотянуться не могу, что ли? А вчера стиралку сколько подняли? 12 ночи. А вы чё, проходили что-нибудь или нет? Мы просто забыли ждать 10 часов еще. Слышь, слышь. Кстати, да, надо передвигаться, а то мы бы так бесконечно будет появляться. Ой-ой-ой. Посмотри, я навожу на вот этот вот колчедан и жму тройку, да? Логично, подцепить ящик, а потом... Что делаем? Потом все, у меня появляются стаки, и я тыкаю двойку. А они не должны упасть, типа? Ну, они, типа, сразу исчезают. А, все, сначала побить их, а потом подтянуть. Все, дошло до меня. А то я думаю, что-то не то. Что-то дотянуться не могу. А как тварюга. Да, остановись. Это у тебя может быть куда-то будет. Я так долго била. Вот схватывай колчедан. Или я один. О! Ну я... Не берется, не берется. У меня профессионал сидит, уже 100% все. Ну, так-то забирается, конечно. Кредит можно? Понимаю. Так, вот пушки ломаю, да, вот эти колонны. А вот тут есть какие-то красные колчеданы. Их можно? Нужно? Блин, Ёж, ты водишь как пьяный, я не могу прицелиться. Это ты пьяный. Вот, что-то спустило, только красное.
А ну, Ёж, подъедь, левее. Давай. Это... Нормально. О, топливо какое-то. Да тут их много. А там здесь нельзя? Тачкой. Ой, нам а вот у меня, кстати, противовоздушная штучка. Это против чего? Где эти находить? Воздушные. А так. Ну вот у меня ПВО есть. А, туда? А я просто единичкой класса пушечным залпом. Ладно. Сейчас. Ребята, что-то you aren't ready locked to удар. Ты уже КД словил, говорят. Ты ни с кем в инф не заходил? А, ну да, КД удар 10. Какой хрен? Так, напиши этот в этот самый. Багриборд пиши. У меня КД, хотя я не хотел. Не напишешь, у тебя стрелос какая-то вроде випка там за меня. Или как лучше сделать? Просто я сейчас напишу. Ну, я, к сожалению, за других игроков не могу писать. Я могу сказать, вот у меня. Это скорее всего произошло тогда, когда этой. Ребутов было много. Ну вот вчера был, знаешь как, я сегодня с утра зашел, и это. И все, смотрю, как бы, блядь. Все, вышел, пошел там по своим делам, и все, ничего, никого не бил, ничего не запускал. А, так КД ж ваше, ё-моё. Ну, по-любому должен пускать. А куда здесь нажать, подскажите, пожалуйста. Сзади, мол, привет. Срочно требуется артиллерия. А, сейчас. Бегу. Блин, это нравится машине. Смотри, какой оба не пробил. Да. Бигвар, жмешь и скинет самая верхняя помощь. И там такая кнопка отправить запрос. И мёрдает Бармалёва. Да. А Бармалёва... Правда, сохнет как... Он элем изначально, но он может похилить. Да, я же потому брала Ршаму. Ты просто без войска сидел, видимо. А если Лео... Посмотрите, где помощь нужна? На стирус, точка, где личный кабинет? Я же тебе говорю, говорил, в игре жмешь escape сверху, вот где у тебя интерфейс, а хуйня сверху помощь. Этот, мы двоих сагрили, алло, ребята, что делаем? Ноги в руки, Ёж, поехали. А чего переживаете, колчеда нам застреляли, там по 100 тысяч по поляму снимает вообще, изи. По 100 тысяч точно снимает. Все от входа уезжайте, тут сейчас босс появится. Вон там уже спамят. У вас получилось, оборона удара. Я вижу только Ёж, идиоты. Роланда, идиоты. Что за токсичный рейд? Давай. Бой начинается, пишет. Он бежит за нами. Че, вайпаемся? Да, хорошо. А, захила не было, все понятно. Не, ну вот этот вот босс, Ёж, это чисто твоя проблема. Хил тут дамагер, как бы.
Я понял. Слушай. Да, ну это говно, это сука говно ебаное, я ебал нахуй, ну это, так, я, блядь, вчера Маргарине, блядь, с работы отпросился, прибежал, блядь, играет, сегодня, сука, как дебил, блядь, прибежал, вот это, вот, нахуй мне эта игра, блядь, быть конченая, пиздец. Говно, все, ладно, ребят, я бомблю, я, короче, побежал, все, я не могу, нахуй. Смотри, ты не только тикет здесь напиши, ты напиши еще... В этот, на Сирус, там, ну, быстрее, как мне кажется, ответит. Я вышел с танка, и такое ощущение, как будто Настя сидит у меня на спине. Ёж, садись в тачку. Можно мне? А можно заранее калтфидан потыкать? Чё? В какой круг? Так, я слева буду. Беги, беги, беги. Я уже. У нас есть один. Нету, надо. Ну, вот. Настя, надо энергии. Да, все есть. Езжай подальше. Спасибо. Езжаем. Блин.
Роланда там. Четвертая кнопка. Что-то тут слишком легко. Кольчуга упала. Офигенная. Только без камушка? Ой, блин, я молодец. Вон, шаман пришел, шаман забрал. Грубо говоря. Аксессуар для хила, конечно. Сасный. Ну, я бы взяла, но там... Не, я бы грудак не взяла. Не, а... Я ему отдам. Да? Никому не нужно еще? О! Чекнули инфу. Видали? Я его, короче, на инженерский покрутил. И что, смотрите, извечная тьма 3, земля 5, воздух 5. Пфф, лол, изи вообще. А чё бой висит? Подъезжайте пешком. Ну нет, боя. Эта тактика мне нравится. Ой, что-то нас плохо пробивает, паладинов. Прости, я загрыз себя. То есть вздыхаем. Каски бафы. Надо отходить или всем просто вешаться на сайлент? Просто слава словила. Ага, да. Два раза. Теперь погналась. Да, это по всем проходит.
Я третья. Ну, я сейчас скинула. Меня откинуло подушку. То есть, получается, диминишинга там нету, да? Кстати, изгнание первого левела же здесь нельзя кидать, да? Или можно? Просто первого левела она поменьше висит. Но если дальше будет, я бы проверил. Мне лично интересно все нюансы. Механизм. Иди там. Я бы, если честно, бы сходил ОС еще и СА. Ну, я про 25-ки, а то как-то не хочется на КД тереть. Ну, можно как вариант, конечно, пуг добрать, но у нас еще завтра день, поэтому, в принципе, еще пока позволительно.
Насколько я помню, Флуш выходить, мобов хилить. Ну, хилить. И все. Ой, страшно-то как. Можно же в кучке стоять, да? Куча-куча стоять. Да. Ты Гариуса не вижу далеко. А ну, ёж гимн, питай, Бармалюга, ставь этот тотем. После каста. Давай, Инор, я не против.
Я дал гимн на ману. Я бабу сдавала, меня не пробивало. Кстати, я тучку нажимал, он плевал на мою тучку, он ее снял каким-то образом. Хилься, хилься. Ну, я когда глыбу прожимал, он тогда не сильно... Мне блин, я Тагариуса не вижу вообще. Можешь повернуть? С Бармалю, где кто угодно, заберите, кто может таунтить, чтобы не было такого. А чё, такое может произойти, что танка? Да, вообще приколы показывал сейчас. Боешку.